Для сельских жителей является большой проблемой откачка канализационных ям. Редко в каком селе есть спецтехника для этого. А вызвать машину из города невероятно дорого или вообще нереально. Как решить эту проблему? Очень просто. Берется насос и противопожарный рукав. И получаете независимость от коммунальщиков. Объем этой сливной ямы 12 кубических метров. Она без окон, поэтому заполняется два раза в год. Сразу можно сказать, что за один год насос себя полностью оправдает. Осенью можно выкачивать на огород после пахоты. Ну а весной в данном случае выкачивается в канализационную яму старого соседнего дома. Насос бомба. 12 кубов выкачивает за 45 минут. Для кого актуальна эта проблема, всем рекомендуем.